في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Во время нашего путешествия с Кораном мы побывали в нескольких странах. Одной из этих стран стала Марокко. На самом деле, когда я посетил Марокко, я увидел, что именно в этой стране наблюдается лучшее и самое выдающееся мастерство в заучивании Корана. Я спросил о причине и обнаружил, что они запоминают Коран, записывая его на досках, письменно. Так я понял, что метод письма более других закрепляет выученное наизусть. Поэтому раньше во многих странах люди учили наизусть, записывая. И когда человек записывал, он запоминал лучше и крепче. К сожалению, сейчас в большинстве стран люди отошли от этого прекрасного метода, который помогает тебе достичь мастерства, заучивания книги Аллаха, свят он и велик. Сейчас я хочу дать вам совет, дать совет любому близкому мне человеку, который хочет тщательно выучить наизусть Коран. Записывай то, что заучиваешь наизусть. Возможно, это займет у тебя немного времени, но это время поможет тебе, и ты с соизволения Аллаха станешь одним из лучших хафизов Корана. Как это сделать? Вот сейчас ты сидел перед шейхом, и шейх исправлял твое чтение. Ты сидел с ним и прочел ему ту страницу, которую должен был выучить наизусть. Вернулся домой и выучил следующую страницу тем способом, о котором я вам уже рассказывал. После того, как ты ее выучил и прочитал ее сам себе тщательно и точно, пусть у тебя будет тетрадь. Когда ты заучиваешь Коран, будет очень хорошо, если у тебя будет такая тетрадь, в которую ты будешь записывать весь Коран. Что может быть лучше? Ты будешь записывать Коран своей рукой. Когда ты закончишь учить то, что тебе задали, запиши всю эту страницу в своей тетради, читая самому себе. Так ты пишешь один раз по памяти, не переписываешь с Корана, заканчиваешь учить страницу и записываешь ее по памяти один раз, два, три, четыре и так до 10 раз. И ты увидишь, что с соизволения Аллаха ты будешь помнить эту страницу в совершенстве. Метод письма — это прекрасный метод, который приведет к тому, что ты с соизволения Аллаха станешь одним из лучших и искуснейших хафизов этого великого Корана. Мы еще больше ознакомились с подробностями ежедневной программы, которой придерживаются Куттаб школа при мечети матери верующих Хафсы, которую мы посетили в Марокко. Мы поговорили с одним из руководителей этого Куттаба. Это был шейх Мухаммад Аль-Амрави. Удивительно в этом центре то, что он отличается от медресе в любой другой стране. Заучивание здесь происходит на досках. Ты видел, как сильно мы удивлялись, когда только зашли к вам? Шейх, расскажи нам об этом центре и о том, как в нем учат наизусть книгу Аллаха, свят он и велик. То, что вы увидели в этом Куттабе, практикуется по всему Марокко. Этот Куттаб представляет собой миниатюрную модель метода заучивания благородного Корана в этой стране. Наш процесс записи Корана называется «ифти», от слова «аль-ифта» — вынесение решений, предоставление консультаций. Процессом «ифта» ученики занимаются друг с другом, под руководством факиха, который их учит. Он присутствует там, и рядом с каждым учащимся сидит группа учеников — 5 или 6 до 10. Он говорит аят, учащийся читает какой-то аят, и другой ученик — юфти, то есть подсказывает ему следующий аят, который он должен записать. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما قالت رسلهم وفي الله شرك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات
Ученик говорит ему аят, и он подсказывает ему, как его надо записывать. Этот алиф здесь не пишется. Или же наоборот, пишется. Это буква «тамарбута» или «мабсута». И фахих, который отвечает за этот класс, присутствует. После всего этого он исправляет написанное на досках. Исправляет, если есть какая-либо ошибка. И все это происходит утром. После этого начинается вечерний этап. Незадолго до асра. Он длится примерно час. Это вечернее время отведено под заучивание наизусть. Итак, почти до магриб намаза. Этот урок заканчивается, и учащиеся переходят к групповому повторению. Это коллективное повторение у нас представляет собой чтение 5 хизбов ежедневно. Каждый день мы повторяем по 5 хизбов. Они начинают сначала с суры Аль-Бакара и читают, пока не закончат 5 хизбов. 5 хизбов. И когда ученик подходит, например, если он учит суру Аль-Бакара, он сразу же присоединяется к повторяющим. А если он сейчас на суре Аль-Маида, то он присоединяется к ним, когда они доходят до Аль-Маиды. И так каждый день. Каждый день 5 хизбов. Каждый день. Чтобы закончить учить, а потом опять повторять. И ты не найдешь здесь ни одного Корана. И я вижу, что никто здесь не ошибается. Аль-Хамдулилля, ученики дополняют друг друга. И исправляют? Да, один исправляет другого. Мне кажется, такие уроки под силу только тем, кто хорошо учит наизусть. После чтения этих 5 хизбов ученики посвящают себя повторению того, что выучили. Каждый повторяет по отдельности. Да, повторяет то, что задавалось конкретно ему. Да, его задание. Это продолжается примерно до 10 часов вечера. В Марокко, и говоря конкретно в городе Фес, в центре заучивания Корана при мечети имени матери верующих Хафсы, да будет доволен ею Аллах и да сделает он ее довольной, в этом благословенном центре, который поразил всю нашу команду, мы увидели этих людей, подобных жемчугу, которые учат наизусть книгу Аллаха, свят он и велик. Я зашел в класс и обнаружил там людей, которые были не из Марокко. Они приехали сюда ради того, чтобы выучить наизусть книгу Аллаха, свят он и велик. Это мое послание молодежи. Я обращусь с ним к вам после того, как встречусь с нашим любимым братом Абдул-Кадером. Он из Испании. Он проделал весь этот путь, чтобы выучить наизусть книгу Всевышнего Аллаха и получить это великое достоинство. Кто тебя сподвиг приехать сюда? Аль-Хамдулилля, меня никто не сподвигал. Это милость от Аллаха. Да. Никто меня сюда не направлял. Я просто хотел читать Коран. Аллах раскрыл передо мной эту возможность. Аллаху Акбар. Сколько тебе было лет, когда ты сюда приехал? 16. 16. Как твои родители разрешили тебе это? Ведь обычно родители так тоскуют, разлучаясь со своими детьми. Как же они разрешили тебе приехать сюда? Они тоже хотели, чтобы их дети знали Коран. Аллаху Акбар. Наш брат из Испании. Это наш брат Хамза. Как дела, шейх Хамза? Аль-Хамдулилля. Почему ты приехал в Марокко? Какова причина твоего приезда в Марокко? Ведь ты жил в Испании. Я хотел заучить Коран и выучить арабский язык. Когда ты вернешься в Испанию? Сколько всего раз ты хочешь полностью записать по памяти Коран? Может, 3 раза. 3 раза. Сколько раз ты записал Коран на сегодняшний день? Еще ни одного раза. У меня осталось 3 хизба. 3 хизба. То есть почти ничего не осталось. Надо будет учить примерно месяц. Пройдет месяц, и ты первый раз запишешь Коран. Сколько раз ты записал Коран? 1. То есть ты записал Коран своей рукой полностью? Да. Полностью 1 хатму. И ты выучил наизусть Коран? Аль-Хамдулилля, я не так уж хорошо его выучил, но записал. Записал полностью. Записал по памяти полностью. Да. Машаллах, табарака ар-Рахман. Поздравляю тебя с тем, что ты приехал из Испании в Марокко ради Корана. Это дело не потеряется у Аллаха, свят он и велик, шейх Хамза. Мы бы хотели услышать от тебя что-то из книги Аллаха, свят он и велик. Хотели бы послушать твой голос. Аллаху, аллази халака ас-самавати валь-ардо, ва анзала минас-самаи маа. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Сейчас я обращаюсь к молодым людям, которые слушают эту передачу, видят эту передачу и эти прекрасные примеры хафизов. Не задумывались ли вы однажды сформировать искреннее намерение перед Всевышним Аллахом в том, чтобы выучить Коран и поехать куда-нибудь ради Корана? Не хочешь ли ты выучить наизусть Коран и приобрести подобное достоинство? Мы выдаем ученику диплом хафиза, только если он пройдет определенные проверки. Во-первых, фақих, который учил его, должен засвидетельствовать, что он тщательно выучил благородный Коран и не допускает в нем ошибок. После свидетельства фақиха он должен прочитать Коран перед тремя фақихами, которые не имеют отношения к нашему куттабу. При этом он читает Коран перед каждым из них наедине. После этих троих приходит наша очередь, и мы устраиваем ему проверку по 60 хизбам, всего 12 вопросов. На каждые 5 хизбов — по одному вопросу. Когда по результатам всего этого нам станет ясно, что он достоин получить диплом хафиза, мы выдаем ему свидетельство о том, что он стал хафизом. В противном случае он остается у нас до тех пор, пока не выучит нормально. С нами еще один пример хафиза в книге «Аллаха свят он и велик». Представься, шейх. Амин. Амин? А фамилия? Си. Машаллах. Сколько тебе лет? 15. На сегодняшний день сколько раз ты записал Коран полностью? Сейчас идет 4-й раз. Дошел до 40-го хизба. Ты записываешь Коран в 4-й раз. То есть уже 4 раза ты записал весь Коран своей рукой. Маша Аллах. Можно мне устроить тебе проверку в Коране? Инша Аллах. قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ему 15 лет, и он знает наизусть благородный Коран полностью, хвала Аллаху. Он в совершенстве знает книгу «Аллаха свят он и велик», и это несложно. Удивительно то, что когда некоторые люди видят таких хафизов, они считают, что это чудо. Но это не чудо. Тот, кто облегчил Коран, это Аллах свят он и велик. Прямо сейчас, когда ты видишь перед собой этот образец хафиза, прими решение. Уповай на Всевышнего Аллаха, и с позволения Аллаха тебе будет легко, и ты выучишь наизусть Коран. И те, кто будут после тебя проникнуться и тоже выучат Коран. Итак, все мы выучим книгу «Аллаха свят он и велик» и не забросим ее. Мы проделали путь и встретились с этими хафизами для того, чтобы следовать им и брать с них пример. И я прошу Аллаха свят он и велик сохранить их и благословить.